В ноябре 2018 года по инициативе губернатора Сергея Морозова и при содействии политических партий на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам были внесены поправки в бюджет. Тогда на ремонт Ленинского мемориала было выделено более 2 миллиардов рублей. С тем, как осваиваются деньги, губернатор ознакомился лично в минувшую субботу. Там вот сейчас отливают, уже выставляется дальше следующий этап, следующие закладки по подвесным потолкам, ну, то есть опалубка ставится. Специальными насосами туда будет подаваться раствор. Ну, естественно, все делается новое. И, естественно, все делается ровно. Работы в здании мемориала начаты еще в июне текущего года. У здания много проблем. Сильно изношен металлический каркас здания, местами разрушился кирпич внутри стен. Однако, по уверению строителей, это не смертельно для здания. Ремонт может быть успешно проведен. Губернатор обратил внимание собравшихся на важнейшие аспекты подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения вождя мирового пролетариата. Итак, первое. Закрепление, продвижение статуса Ульяновской родины Ленина и соответствующее повышение международного российского признания региона как музейного, историко-культурного, туристического центра, связанного с именем Владимира Ильича. По поручению губернатора подготовлен реестр памятников Владимиру Ильичу Ленину, подлежащих реконструкции или реставрации, с указанием суммы, необходимой для ремонта. Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» Ульяновская область должна увеличить объемы туристического потока до 2 миллионов человек. Будущий праздник вождя – хороший повод этого добиться. Кроме того, это повод добиться консолидации в обществе. Лидер коммунистов России с этим согласен. Поверьте, нет на планете места, где его имени бы не знали. Владимир Ильич Ленин был не только грандиозным теоретиком марксистско-ленинской теории, он был и практиком. Ведь как руководитель советского государства, фактически все основы будущего строительства великого советского государства заложил Владимир Ильич Ленин. От индустриализации и плана ГЛРО до всех социальных вопросов. В 2020 году опорным проектом к юбилею станет второй международный форум историков, архивистов, культурологов, посвященный юбилею Владимира Ильича Ленина. Кроме того, в регионе подходит к концу окончательный срок приема документов на соискание губернаторской премии имени Ленина в размере 1 миллион рублей. Премия присуждается как одному лауреату, так и коллективу за выдающийся вклад в исследования в области гуманитарных и общественных наук или за творчество. Творческие достижения в литературе и сфере искусств, способствующие прорывному социально-экономическому развитию субъекта. Заявки для участия с материалами принимаются по адресу Ульяновск, Соборная площадь, дом 1, кабинет 424, Управление по общественным проектам администрации губернатора. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 58 91 73. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ.